Бегущие люди. Бегут да бегут. Куда бегут? Вначале мир представлял собой некоторое такое бесформенное начало. Потом появились чудовища, гигантские существа, добрые, другие злые. И в результате вот столкновений, битв этих существ, собственно говоря, начал формироваться мир, ландшафт возник современный. Но есть и другие повествования, более простые, не связанные с такими гигантскими битвами. Ну, например, речь идет, скажем, о том, что вот в этом бесформенном начале появился плотный кусок суши, и его утка или какое-то другое там крылатое существо поднимало на поверхность, поднимало, переносило, и вот из этого первичного начала начинает, собственно, формироваться земля. Средненюкжинская писаница находится в Тындинском районе Амурской области, в 6 километрах от бывшего районного центра Средняя Нюкжа. Писаница состоит из 3 плоскостей. Основной материал из жертвенника датируется 2000 лет до нашей эры. Но в жертвенниках у подножия скалы были найдены и орудия, аналоги которых входили в комплекс вещей белькачинской культуры, а это 3 век до нашей эры. Такие орудия были найдены и в памятниках сиалахской культуры, 4 тысячелетие до нашей эры. Мир духов и мир людей. Верхний мир, средний и нижний. На этой скале представление эвенков о Вселенной. И мир людей здесь посередине. Как бы он ни появился, вначале, в соответствии с практически со всеми мифами, была вода. Верхний мир – это мир добрых дух. Солнца, луны, звезд. Они считаются помощниками шамана. Средний мир – это мир живых, наш мир. Но тоже есть духи, только они не видят. Нижний мир управляет им злой дух Хергу. Дух смерти не спускаться в него, спускаться сильный шаман. Только сильный шаман. Я в детстве видел, 3 шамана было у нас. Ростоловы были шаманы, и Васильевы были шаманы. Но я в детстве, я помню, смотрел их. Короче, я смотрел их. А что вы думаете, шаманы, они, между прочим, как их говорят, рог или то ли, ну, очевидцы или то ли они, ну, они, допустим, будущее, то, что жить будешь, до чего-то, они уже знают, почему-то знали. Это страшно, ну, и часто вообще я их боялся спрашивать. Да, последний шаман был в 68 году. В Усть-Туркме здесь, да? Да. А как его звали? Виктор, а вот фамилия-то у него глухой совсем был. По идее сказать, он совсем глухой, а так он красиво пел, между прочим. Откуда у него такие слова-то выводились? А глухой, совсем глухой. А шаманил он здорово. И шапка такая красивая. Ну, это обычно она вообще полностью закрывает лицо. Ну, вот обряды. Ну, красивое деяние. А пел, допустим, о жизни, допустим, о дальнейшем, как, допустим, будешь жить, до чего-то. Но так-то они, вы обычно пишете то, что они обманывали, этого не было, такого не было. Они действительно, то, что лечили, это точно лечили. Ну, все, я болел страшно долго. Ну, он сам сказал, я помню мало-мало. Он сказал, завтра с утра у вас проснется, солнце будет выходить, она проснется на солнце гулять. А я, правда, утром. Солнышко вот как светит, я проснулся. Что-то светло, ничего не пойму. Пить хочу сильно, матрас выскочил, давай чай дала. И вот проснулась с того дня, сел маленько и стал поправлять. Прежде чем шаман, допустим, начинает стукать до чего-то, это потом сначала начинают это греть его, этот бубен греют. Ну, вот, до кондиции, чтобы давать доклад. Ну, чтобы звук был. Туколка есть, это как его? Гейк называют. Вот этим гейком. Ну, потом начинает камлать. Однажды вот в Софийской приезжал Саман, да? Это в 1955 году. Мать у нас больная была, всю жизнь болел. Разговаривали, он сказал, вечером завтра приду. Он сказал, иди, березовую кору снимай. Он пошел, березовую кору снял. И сказал, такие чашечки делал, 6 штук сделай. Он сделал, палатки жили. Вечером пришел он, тот шаман-то. Они пришли, мать совсем даже вставать не могла. 2 недели пластом лежал, не кушал, ничего. Вот так печень распухла, ничего не могли сделать. Он пришел, я тоже пришла. Он, ладно, говорит, посмотрю это. Эти чашки взял, он ее раскрыл, посмотрел. Вот так надуто. И давай гладит и сосет. Вот прямо в желудке сосет, губами, ртом, да? На эту чашку раз плюет. Там черви. Ой, как страшно было. Вот натурально мясо-то черви, позже же вот такие мясо, когда на улице бросишь. Такие они шуршат прямо, шуршат. 6 чашечков каждому вот так. Они шуршат, шевелятся. Он сказал, завтра утром рано-рано. Неси это все вместе и старому березу повесить. Он унес. А там якуты, мы с женой были, они тоже не верили. Якуты не верили, пришли специально. Вы все не верите, говорит, что она болеет. Думает, представляет. Вот, посмотрите, говорит, болезнь у нее. А этим мы с женой якуты были, показали, а ой, они чуть не болевали. И вот болезнь ее, все, они съедали ее, говорит, там, желудки. Ну и что, она сказала, он сказал, завтра утром мать станет. Точно, она утром встала, попросил чай, и с того дня встал, и она 85 лет дожила, 55-го года, и ничего не болел. Все, встал, и у нее никогда не болел. Ни желудок, ни голова. Ну как не верит, вот как. Венки до сих пор верят, шаман может попасть туда, куда обычному смертному никогда не проникнуть. Только по-настоящему сильный шаман может входить и в верхний мир, и в нижний. Третий ярус этих наскальных рисунков, он представляет собой нижний мир. И там мы можем увидеть и небесное светило, потому что нижний ярус мироздания, он тоже содержит в себе какие-то светила, которые его освещают. Там есть люди, только это те люди, которые уже ушли из этого мира в другой мир. В нижний мир это умершие. Но там они ведут примерно такое же существование. У них есть олени, они охотятся на лосей, на других животных. То есть в этом нижнем мире идет примерно такая же жизнь, как она была на земле, только это уже жизнь в инобытии. И в этом же мире обитают тоже разного рода духи, но, как правило, это духи недобрые, духи, которые несут с собой болезни, несут с собой всякие бедствия людям. И вот на одном из фрагментов этого наскального рисунка, который изображает нижний мир, мы можем увидеть, по-видимому, каких-то демонов, рогатые, с опущенными вниз руками. В общем, довольно характерное изображение для тех наскальных рисунков, которые разбросаны по территории Приамурья. Писаница по реке Большой Анон. Скала находится в 500 метрах от трассы Большой Невер-Якутск. В высоту скала достигает 8 метров, в длину 5, в ширину 3 метра. Ориентирована с севера на юг. Около первой плоскости во время раскопок были обнаружены каменные и железные изделия. Самый злой из духов нижнего мира – Хергу. Людям он приносит только горе. И если бы не добрые духи, давно мертвил бы всех людей. В представлениях эвенков внешне Хергу выглядит как обычный человек, только дух гораздо выше и сильнее. Голова у него лысая, а все тело покрыто шерстью. Вместо правой кисти у Хергу страшная человеческая голова со скаленными зубами – бальбука. На левой руке огромный коготь, а вместо ног – култышки. По легенде, Хергу мог в любом месте вытащить из-под земли правую руку, и когда человек пугался бальбука, Хергу хватал жертву когтем и выпивал его кровь. Если в бальбуку увидишь, то же самое, ну, в смысле, тоже скончайся там, или тебе месси всю жизнь. Да, тоже лохматая такая, страшная такая. Вот точно. Да. И, допустим, даже раньше пугали детей. Вот бальбука придет, типа, ну, типа, у тебя удачи, ты еще что-нибудь, типа, там, не балуйся шибко, там, ну, вот такого плана. Ну, такое было. Верхний мир освещает Солнце с человеческим лицом. Рядом созвездие Большой Медведицы и Венера. По расположению звезд понятно. Древний художник изобразил раннее утро. Восходящее Солнце эвенки представляли себе в образе женщины. Это Энекан-Буга или бабушка Солнца. А вот рядом Венера. Эвенки называют эту звезду Чалбон. Именно она считается прародиной людей. Именно на ней растут деревья, на которых висят в ожидании своего времени души еще не родившихся людей. Те рисунки, которые находятся наверху, на самом верху, они достаточно древние. Вот с них, наверное, начинала выстраиваться эта композиция общая. Но это отчасти видно и по окрасу охры. Тут надо понимать, что она все-таки более хорошо сохранялась в тех местах, в самых верхних точках, потому что она находится под карнизом. Но все равно эти рисунки, безусловно, достаточно старые. Ниже мы можем видеть, конечно, такие изображения, которые позднее подрисовывались. Там фигуры, допустим, оленей, лосей, фигуры людей, медведя. Ну, а, конечно, самый тут яркий такой датировочный образ поздних подрисовок – это человечек, который бежит, по-видимому, с ружьем. Но такого рода образ не мог появиться ранее 17 или 18 века. Вот так на протяжении примерно 2500 лет создавалась эта общая композиция наскальных рисунков Средней Нюкжи. Когда этот петроглиф, этот комплекс памятников был впервые исследован, то археологический материал датировал следующие эпохи. Это прежде всего неолитическая эпоха и средневековая эпоха. Здесь были обнаружены Мазиным различные каменные орудия труда, то есть это скребки, тесловидные орудия, были отщепы, наконечники стрел, как металлические, так и каменные. Вот, то есть это говорит о эпохе неолита, и вплоть до средневековья этот памятник функционировал. Подобных памятников в Амурской тайге более 20. Столько писаниц уже исследовано. Большую часть памятников древнего наскального искусства открыли во второй половине 20 века. Возможно, есть и другие святилища, о которых ни ученые, ни сами таежники не знают. Такого рода места были святилищами, где выполняли обитатели этих мест свои основные религиозные обряды. И вот это существо с клиновидной головой является таким охранником, который защищает это место от всех злых влияний. Арбинская писаница. Скала находится в 17 километрах выше устья реки Арби. Плоскость достигает высоту 30 метров, в длину 120. Ориентирована она с севера на юг. По стилю написания, краски и сохранности рисунков писаницу можно отнести к одному времени. Материалы, найденные в жертвенниках, датируются концом первого тысячелетия до нашей эры. Шаманы, как правило, не жили подолгу в таких местах. Обычно складывалось так, что шаман приходил сюда на несколько дней, наедине общался с духами, а потом, когда возникала необходимость, то весь род собирался и вместе с шаманом проводились камлания. Постоянно здесь проживать было нельзя, поскольку это священное место, территория, которая должна была быть чиста от разного рода таких бытовых, обиходных сторон жизни. И поэтому где-то рядом, может быть, на расстоянии 2-3 километров отсюда, могли находиться поселения. Арбинская писаница, пожалуй, интересна тем, что здесь мы видим много таких сюжетов, которые хорошо могут быть поняты через мифологию. Либо через мифологию тунгусо-маньчжурских народов, либо через мифологию полиазиатских народов, либо через какие-то сопоставления с такими мифологическими сюжетами, которые свойственны вообще всем народам, которые когда-либо проживали и ныне проживают на земле. Сложно сказать о том, какие народы создавали эти рисунки, начали эту традицию. Но по тем параллелям, которые мы можем провести, скорее всего, эти рисунки были созданы предками тунгуса-маньчжуров. Это огромная историческая этническая общность, которая существует и до сих пор, и располагается территориально от Енисея до Охотского моря. В наших краях до сих пор по северу обитают ивенки. Это далекие потомки тех людей, которые когда-то здесь создавали эти рисунки, для которых это место было святилищем. Да, мне где-то лет 25 было, а до этого я здесь не был. Я даже не знал, что здесь такое было. Ну как, слышал, а не знал. Ну там родители, никто ничего не рассказывал? Ну, рассказывали, почему дедушки, там, бабушки, дяди, тети, что есть такие места. Вот для меня это место священное, я там свой как бы ритуал здесь могу сделать. Ну только я не буду даже показывать, я для себя как бы делаю. Ну, чтобы никто не видел, чтобы никто как бы не сглазил, ничто, чтобы у меня со стороны ничего такого не было. Чтобы я сам приду, духов своих попрошу там о дальнейшей своей жизни, и этого мне хватает. Мне кажется, должен каждый человек сюда подходить, допустим, имеется в виду ивент там, или там не ивент, не знаю. Ну тут так я понимаю, что все звери нашей области, можно сказать, дикие птицы, звери, люди, которые как бы изначально начали заниматься, и звери, которые изначально здесь, вот я так вижу, понимаю. Вижу, да, солнце типа в виде головы там шамана, что такое, обряд какой-то происходит, то есть все это, ну тут получается, что священное место, как бы, да, писания наших предков. Но если честно, вот я могу сказать, что вот именно кто жил в тайге, ну, исконно, как бы, то есть с самого детства, да, вот можно. Тут может еще и рассказать, это надо как бы спрашивать. Но у нас сейчас много старожилов уже нет уже. Вот остались такие средние поколения, допустим, по 50, по 40 лет. Вот из них, у них можно поузнать про это. А я не знаю даже. Чтобы ежиком, беклом, чтобы это, ловились хорошо. Спокойно, не потом. Много тоже нельзя. На. В 30-х годах только нас заставили обрусить. 3-4 класса закончили, значит, очень грамотные, отправляли учиться. А до этого родами жили. Мой род, например, Мангыл, на венкийском языке, Мангыл называется. Ихнее вот переходное место. Это с Мариинска по Ухакану и на Маю, на Экутри. Вот постоянное место жительства у них было. Ну, не постоянное, а кочевой образ жизни вели. Род, например, Дмитриев, род Одягов. Это перевод такой, знаете, если я тогда, конечно, не понимала, а потом, когда уже сестра моя старшая, двоюродная, училась в институте, и тоже вместе с ней. Оказывается, слово «мага» переводится это. А слово «манжур», «монгол», «Мангал» – это золото, в общем, видимо, перевозками, что ли, занимаюсь, мое понятие такое. А одягал – это спускающие люди вниз по течению реки, но куда не спускаясь. Видимо, когда монгольская ига началась, видимо, тогда разбегались по всей Сибири. В школу мы пошли, мы разговаривали в начальных классах только на своем языке. Ну, по-русски, естественно, все предметы учили нас на русском языке. Математику, русский, все предметы русского языка на русском языке. А нашего языка не было с самого начала. Это потом уже в 5-й класс уже перешли, и нам урок стали учить свой язык венкийский, как иностранный. Вот и все. И обрусели постепенно. Вот, пожалуйста, вот учителя наши первые. Мельников, Григорий, а дети его, сыновья, отечественную прошли. Один летчик, я хорошо помню, говорили. Да, нас первый раз научили, что такое кукуруза. На Якутской стойбе тогда 7-летняя школа была. И вот мы, приусадебный участок был около школы. И вот он нас научил, как картошку садить, как капусту выращивать, когда первый урожай выращивали, редиску. Мама моя приезжала, когда приехала, говорит, вообще не было там. Но эвенки жили вот по тайге, а в поселках не было такого. Вот она первая была жительница села. приехали, построились, стали жить, и так вот организовалось все. И вот как раз она приехала в 1927 году, поставила палатку в устье реки Нюхжи и сказала, что основатели мы якуты. Я основала. И в честь ее осталась память Марфин остров. На Марфинском острове она поставила палатку. Так вот она сказала, что я основательница. Но память о ней сохранилась добрая. Я сказал, что ей 97 лет было, она умерла в своем полном сознании. У нее было 11 детей. Вот, были приемные. Мама приехала в 24-м году сюда, родители. А я в 30-м родилась. Я в селе, в тайге не жила. Но когда вот поселка не было, только маленькая была. А так-то все время в поселке жила. Мама говорит, вот в 32-м году она колхоз организовала первый. В 29-м был какой-то община или кто-то, а потом колхоз стал. Школа здесь была у нас с 32-го года. Образовалась сначала маленькая. Начально, а потом средняя, 7 классов, потом средняя стала, потом 11 классов. 7 классов кончила в колхозе, в конторе работала, так, полеводом была, на звероферме. Вот корову держали, отец был, лошадей держал, потом чушек держали и чучел. Гусей, курей. Раньше все держали, сейчас не держим. Сейчас бомбозит все. Легче купить, чем кормить. Время пришел, войну пошел. Ну, 18 лет, да? 18 лет было, наверное, на войну ушел. До Варшавы дошел. Войну-то все прошел, там все Украина, все Беларусь, Польша, там Германия половина. От Берлина 300 километров до Эльбы. Доходил потом, кончилась война. И он 43-го поехал, 48-го. И обратно также пришел, когда ему вызывался. 48-го приехал. 48-м ему вызывался только. После войны долго там держали. Одни эвеньки же ушли, говорит. Там он рассказывает всегда, говорит, у него командир хороший был, говорит, он всегда его предостерегал там. За всю дорогу до войны, говорит, разговаривать-то не с кем было, говорит, по неводе научишься, говорит. Сама жизнь научила ивенков ходить бесшумно в тайге, чтобы ни один сучок не треснул под ногами. Следовать зверя в любую погоду, в дождь, в снег, в пургу. Значит, они мокли и мерзли, но звери добывали. Это уже говорит о том, что они закаленные. И метко стреляют. Это, значит, хороший снайпер из них выйдет. И эвенки доказали, что действительно лучше снайпера, чем эвенк, оказывается, нет никого. Не было во время войны. И 3 героя эвенка. Из них наш земляк Кульбертинов, герой Советского Союза Кульбертинов. Война, когда началась, мы жили на Баладеке. А дедушка охотился, выдавал приск, ну, всю пушнину, мясо, что добывал. А взамен получали ему, снабжали его продуктами. Ну, в основном, конечно, спички, там, мука, какая-нибудь крупа, соль, чай, все. Было голод. Бабка только там и научилась среди русских картошку садить. Имелось. Там жили Алексеенкины, русские, ну и у нас тетя Уля, она дружила с моей бабкой. Мы рядом, правда, жили, соседи. Приходила все время, каждый вечер. Тетя Уля придет, наша, говорит, надо же морковку, мелочь садить. Дети же кушать хотят, им витамины нужны. А та говорит, а где я возьму, как я буду садить? Она даже не знала, как картошку садить, бабушка. Вот. Ну, она продала ей семена, моркови, там, еще чего-то. Ну, и посадили. Как садить? Ну, посадили. А когда взошло, надо полоть, Маша, траву-то надо выкидывать. Ну, пошли они полоть своей старшей дочерью. Какую оторвать? Вот эту или эту? Какая из них морковка? Вот в то время еще не знали, не понимали, что надо садить. Потом эта война закончилась, Баладыр закрылся, Приск. Вот на вторую рыбалку дед переехал на шабле. Там что, на одной рыбе. Где-то отдолбит эту оморочку. Поедет в Бутское, поменяет на муку. Эту лодку там, полмешка муки необходимые. Мешочек, там рис или еще что-нибудь. Вы даже не представляете, какой там голод мы пережили. Рыбы вот так. Соли-то нет. Дедушка посолит такие бочки. Там как раз бондари жили русские. Бочки делали мужики. Ну и семья непомнящих была. Ну вот, посолит туда-сюда. Ну, чтобы лишь бы побольше посолить, а соли-то чуть-чуть, заведутся черви. Бабка так обмоет, а нам в позвоночниках остается же. Черви такие крупные, как крошки. Сварит она, все вылезет, плавает, как крошки. Потом в 50 каком-то году в интернате на Якутской стойбе, после смерти Сталина, что ли, появились вот такие же рожки. Я эти рожки не могла есть. Глядеть не могла, она никогда не глотала. Я их впервые вот так наелась в детстве. Каждый сам себе семьей жили. Там два семья, три семья, допустим. Но у вас большая была община? Большая у нас семья была. У нас три семьи было. Все много детей. Ой-ой-ой. А раньше что сделать, да, в тайге? Сколько есть, столько рожали эвеньки-то. А раньше эвеньки всего боялись. Я с матерью, с отцом ругался всегда, говорю, почему мы в колхоз не идем-то? Люди все работают. О, он меня, как начну, говорит, ругает. Колхоз, люди железные, они с утра до ночи работают. А мы же маленькие, откуда я знаю? Думаю, почему железные, почему они работают с утра до вечера? А почему мы не можем работать? Говорю, так. По-русски путем не умею, поехал в Укинчан, паспорт получил. И сразу осенью украл одну сестру. Я говорю, поехали мы продукты с Майей, родной сестрой, молодцу. Говорю, езжай в школу учиться. Ты где будешь весновать? Я? Да. Я, наверное, к себе поеду. А Вовка? Послался? Да. Может, туда поедет, хотя такси. Барак. Там он не смотрел. На линии. Вовка. Не было? Там это были на Нанаках. Там? А дальше на Селимже? Были много. Ты полис взял? Не, вот, кстати, полис. Лена, вы полиса возьмите, а там кто там, кто там? И работало у нас очень много народу. И у нас было предприятие, еще у нас гараж был большой. Там машин, наверное, штук 15 было, тракторов штук 7. Ну, где-то так вот, я уже забылась. Еще у нас ферма была, 80-е годы, коров держали. На поле садили картошку, сено косили для коров. Народу много было, 100 с чем-то. Это. У нас пошивочная еще была, да, вот кроме этого автопарк, котельная своя, вот, которую сейчас передали муниципалку, это все было у нас на балансе совхоза. И кочегары были у нас, потом что у нас было, столовая своя была. Это колхозная земельная шнуровая книга. Земля, закрепленная за колхозом по государственному акту на вечное пользование. Всего общественной земли у колхоза 1 550 434 гектар, под пахотами 27 гектар, под лесом 651 817, вырубок и гарей 21 758. В прошлом году мы план 700 взяли, в этом году 900 соболей. Каждый соболь записан под номером, выдаются номера, вот такие вот. Видите номер, вот написано, например, Охлопков Роман Владимирович, 831, нормальный. Соболь неплохой. Обусловлено это месторасположение нашего хозяйства. У нас вокруг гольцовая зона, то есть как бы здесь и холоднее, и плюс разнообразие корма. Ну и то есть если соболь равнинный и соболь этот, горный, это две большие разницы. Так, соболь есть у нас якутский кряж, есть баргузин, то есть баргузин кряж. То есть соболь идет, ну, если по города, по шкале, по кряжам, то он входит в первую как бы тройку, тоже по России. 19 человек на предприятии числится. Так они у нас находятся круглый год в тайге. 19 человек, у каждого насчитывается около 20, у кого 20 голов оленей, у кого 25 голов. Они у нас уже 5-6 год разданы в аренду им, они у нас сейчас числятся арендатами оленеводами. Окинула берет битянчик, там делает битян. Давным-давно от одной матки родились две тугутки. Важенка умерла природа, и тугуток выходила маленькая девочка. Олени выросли, стали совсем большими, но ни на шаг не отходили от девушки. Семья жила бедно, и отец красавицы послал ее работать у богатого человека. Девушка встретила молодого парня и полюбила его. Но человек, у которого она работала, не давал им встречаться. Тогда олени подхватили девушку и ее жениха и унесли их далеко-далеко. Закончилась тайга, и они поднялись вверх. От их копыт отлетали льдинки и тут же застывали. Так появился Млечный путь, а две звезды в конце пути – это влюбленные. Первые нарты, которые я делал долго. Это ты потом смотришь, стреляешь, потом опять выравниваешь, это убираешь. Может испортить, потом по новой будет делать. Целый день надо. День. Чтоб все если все готово. Все готово. Сухое. Вот эти все. А сушить дня 4 надо сушить. Видите. Если зимой. Зимой, когда их нету. А когда готовые все вот так. Да, вот, когда готовые вот такие вот сухие, когда вот. За день опытный собираю, неопытный за 2-3 дня. По кривизне, смотрю, по кривизне, кривизна должна быть в ту сторону. Ну, во внешнюю, да. Надо сначала писать топором, потом рубанком нашим венкийским, ну такой вот кривой есть. А потом дырки этих просверливать под это, под копылье. Можно прожигать, если ничего нет. То есть, ну, это заготовка просто. Вот, если где-то порвалась нарта, сломалась, вот так кусок готовый уже, оттаяли его и завязывай, пожалуйста. Со шкуры оленей срезается шерсть, и потом тонким слоем режется шкура в круговую. Либо часть шкуру, кукую называют, это вот передняя часть, это шея крепкая. Желательно осенний олень. Либо сахатая, только с ноги берется, от колена до этого. Тоже режется, вот, а тоже шкура снимается, и она как чулок снимается и в круговую режется. Ложится все в тазик с водой, заливается только холодной водой. Горячей нельзя, потому что, ну, сварится шкура. Это называется ток-токо, называется. Ток-токо. Вот это халган называется, вот этот, халган. Вот этот поперечина торой называется, но это по-якутски, наверное. Ну, поперечина. Это адарай, сказал, да, доска адарай. Потому что это барда. Дуга, это барда, это настоящее венкийское название. Значит, нарты грузовые, называется СРГ. Здесь вводим мы груз. Груз возим, вот на этих нартах. И есть нарты для перевозки людей, легковые, можно сказать так. Сюрду называется. Сюрду. Грузовая нарта, если грузовая, делается обязательно шестиножка, обязательно. То есть без этих вырезов, она широкая, чтобы положить сюда груз. Она массивнее немножко, всегда больше, крепче делает, которая, ну, чтобы груз. Нарта перевозит примерно до 200 килограмм. Сюрду делается легче. Легче намного. Один человек и небольшой груз. Ну, здесь вот делается как шестиножки, 6 ног, либо 4, либо вот это нету. То есть легче становится. 4 ноги. Чтоб сидеть удобнее. Вот, видим. То есть не прямо, а вот так. Ноги защищены от всяких пеньков. Длину, высоту, нар, ширину выбирает сам оленевод. Какую хочет, такую он и сделает. Хочет сделать короткую вот такую, хочет сделать длинный, вот как здесь, хочет делать выше, хочет ниже. То есть это он делает на свой, как говорится, вкус и под себя. На вылет? Нет, один же. По один. Не путай. Ставим. Да? О, нету. Видно. Каждый день готовлю, конечно, они же прокиснут, зачерствеют. Дрожжевые, ну, когда некогда, содовые делаю. Когда все собирается, 2 лепешек не хватает на один день. На большую сковородку. Тут же наши олени. Работы много. Пацанов кто будет кормить? Мы знаем, где наши олени постоянно живут. Сейчас и пойдем по дороге, там их встретим. Собираем, смотрим, круг делаем. Все, смотришь, кто вышел, кто не вышел. Кто вышел, пошел за ними и собираешь. У нас сейчас трое, сейчас вот кого увидим первых, первый погонит. Мы не палку применяем, но по деревьям хлестаем, да и все. И они идут. По деревьям? Да. Ну и главное шугануть, и они сами пойдут. Ну, смотря как, где корм хороший, рядом. Когда корма нету, далеко ходит. Ну, самое больше, не знаю, километра 3-4. Где-то так. Осенние самые хорошие лапы, черные. А это вот зимние. Шерсть густая. Осенние, они шерсть поменьше, а это постепенно они выцветают. Но по-русски это мезру я снимаю, а по-венчински же не скажу. Обычно мы сразу делаем, а тут уже некогда было. Потом на палочке сделаем, сушить. Он этим, когда высохнет, он там у меня инструмент здесь сзади. Женя. Называется. Вот эти оленинные лапы, они быстро выделываются. Мясохотинные. Она быстро сохнет. Дня полтора. Обычно сейчас гвоздями же мы делаем. Так, быстрее. Раз-раз. И забил. Потом заготовки шью, потом продаю. Ну, обычно мы на заказы я делаю эти лапы, заготовки. Но если запачкалось, когда мозгами мотишь его, потом мнешь. Эта кровь, если она кровяная, постепенно сама отлетает. Своих кто мне? Племянница, она не шьет. Сейчас мало кто шьет. Ну, старые шьют, наверное. Ну, из молодежи кто-то, из женщин учатся, молодые. Примерь эту палку. Все равно сядет. Там в коридоре на босс повесьте. Все. Аркитян, самый старый олень. После 5 лет начинает уже старый аркитян. Энекан, потом идет Мояка, Попова, а самка Чачары. А уже 2 года Иттяна. Ну, а самка уже, ну, как мать уже, Важенка. А потом идет Неоркан, потом идет Амаркан. С Амаркана вот идет аркитян, последний уже. Там уже... Ну, уже, ну, самый древний. А дикий олень тоже отличается. Вот сейчас он нянчан. Летом будет курайка, а осенью будет курьба. Ну, разные времена года и по-разному называется. Чисто белые чалбы называется. Барон бывает. Ну, барон светлый. Барон. Это как? Ну, полубелый. Короче. Светлый такой. Я верю. Ну, вот подманивается и соль. Видите, и соль. Вот соль. Вот. Ближе. Приучаем специально с малых лет их приучаем. Они когда маленькие. Самое первое, как бы, правило, нельзя хвалиться никогда. У некоторых есть приметы, они не говорят, что идут на охоту. То есть молча встали, оделись и ушли. Ну, пойдем туда-туда. А некоторые... У нас медведи, да? Не принято ругать, не принято говорить, что мы за ними идем. То есть... Вообще о звере вообще. О звере молчим. То есть, как бы не спугнуть его. Иногда, когда бывает долго неудачная охота, то есть надо дать немножко покормить, как бы, да, духов, гиподию. Это надо дать немножко мяса, там, немножко хлеба. Если есть водка, то немножко водки, то есть по прибытию, то есть как бы задобрить. Медведя еще, когда убивает, да, делают далькен, такой вот навес высокий, как лабаз, отдельно. Кладывают туда кости, да, отдельно. Кости, ну что от медведя осталось там? Для того, чтобы медведь возродился. Остатки шкуры там. Такая вот примета есть. Вот когда убивает его, просит там, ну что это не мы убили, что случайно убили, чтобы он, ну, не мстил. Вот такая ситуация. Давным-давно бог зверей решил провести собрание и рассказать всем, как жить. Потянулись звери на поляну. Встречают дикушу, а она из-за своей лени говорит им: «Вы сходите и послушайте, а я здесь посижу, потом мне все и расскажете». Пришли звери, и говорит бог: «Вы, гуси, улетайте в далекие края, а на родину возвращайтесь потомство заводить. А вы, куропатки, кочуйте, иначе вас истребят». Рассказал бог всем зверям, как жить, и пошли они обратно. Встречают дикушу, она им: «Ну что там бог мне сказал?» Звери ей отвечают: «А тебе, дикуша, передали, сиди за своей лени на месте и жди, пока тебя охотник поймает». Медведя вот и оленя в основном разделывают только ножом. Считается как бы священные животные. То есть олени это наша жизнь. А детям больше как бы дух, да? Такой вот. Да, только не топором. Только не топором. Топором нельзя. Разделывают только ножом. Перерезали шейный позвонок, да? Да, да. Кроме костей все используется. Бывает по-разному, когда баня, стирка, может 3 раза за неделю. Здесь старателей нет, но она чистая. Когда старатели есть, они мутные здесь идет. Женя, иди сюда, сковородку двигай на дырку. еще одну кастрюлю рожек сварим. Сливать нельзя на печку. Жилу нельзя кидать, кожу оленью. Ну, жилу, говорят, как жилу будут тянуть. А если кожу кидать, то ну, плохо будет оленю. Берез, когда раны большие, березы нельзя так. На обычно с удачи кидают они как-то кровь туда мут. Ну, благодаря тому, что они, у них удачливый день был. В печке должны гореть только дрова. Все, мусор нельзя. Мусор нельзя сжигать. Обидится. В печке сидишь, когда искра, печки лет костра, возле костра летом, искра на тебя попадает, и вот на охоту собираешься, то это к удаче. Печка, когда вот разговаривает, вот так сидишь, и иногда, ну, в зимовье, и сидишь, и там кого-то звук такой, кого-то, ну, что-то бормочет. Значит, это люди придут. Гости приедут. Ну, то есть пища как бы дух предупреждает, что ну, скоро жди гостей. Лучше хранится в берестяной. Природный жид материал. Жид, два слоя, внутренний и внешний. Ну, 2-3 года он теряет свойства, но все равно с голодухи-то съесть можно. Это как бы вот кусочек вареный, и он уже готов к употреблению. Он вареный, режется и сушится. Это консервы. Ну, его можно и так грызть? И так грызть можно его, и так... Это купря круглогодично можно делать. То есть можно его в тайгу, на охоту где-то, в карман сунул и вперед. И блюдо можно приготовить? Можно суп сварить, и жаркое, или как там, что-то. Ну, кашу, правда, они... Гуляш можно делать. Гуляш делать, вот это все. О, готово. Ну, вот такие они, видишь, это называется тонге. Шивали даже перчатки вот здесь. Борода оленя, она не пачкается, не то, что вот эти мулины. Раз испачкался, ее не отстираешь. На это раз, и она никогда не пачкается. Кар гунен китен берадаряти, тигагаряти, уидуати. Старые люди говорили, все бывает, всему наступает конец. Река имеет свой исток, посуда имеет дно, уздечка имеет конец. И непогода когда-нибудь пройдет. Шустренько, но он это падает, но он ножки не держит еще. И еще мать его уже не отгрызает, она должна же там донку снять с него. А потом уже это, он начинает сам уже вставать, и он все равно устает, все заложится. Потом опять полежит маленько, ну не 10 уже лежит, потом опять пососет, и опять побежит, опять подумает. Да. Камень они сам ягель не будут кушать, они будут все убирать за них. Вот они, например, в конце мая родились, где-то в середине, может, будут уже ягель кушать им. И потом уже они уже как самостоятельные, они только уже за матерью ходят. Мать от нее вообще не отходит от теленка, когда он болеет, если хромает. Вот. Когда заболеет теленок, это вообще за ним уходишь чуть не по пятам, за этим теленком. Ну, самое главное, чтобы пауты, комары, дым делать надо постоянно. А вот эти вот палочки зачем торчат? Ну что, полени не топтали, сюда. Не ложились, да что? Ну, поддержку мы как бы от государства получаем немножко на поддержку, ну, на поддержку оленеводства, субсидии. С федерального бюджета 360 рублей, с областного бюджета там 500 с чем-то, ну, в общем, где-то около 900 рублей за голову оленя получаем. Используем мы эти деньги, ну, там, на продукты питания, в первую очередь, спецодежда, ветпрепараты, боеприпасы там частично. Ну, вот там покупаем соль, там вот такое, минералы. Ну, в общем, оно все уходит только вот на вот наш быт. От охотпромысла у нас все зарабатывают в основном. То, что добыли, весь год и живут. Вот, допустим, охотник добыл там 15-20 соболей. Сейчас стал добывать, то есть стали добывать 15-20 соболей. Потому что условия стали тяжелые. У нас сколько? 3? Тяжелее условия стали, потому что снегу много, экология влияет на нашу всю. Мы привлекаем немножко вот молодежь, много вот молодежи, ну как много молодежи? Много молодежи в основном в деревнях, да. Они не хотят, они как бы уже как бы привыкли к такому современному образу жизни, то, что и не тянутся. Потихонечку завлекаем, ну, у кого есть гены еще такие сильные, которые может там в лесу. Некоторые от безвыходности даже могут идти, некоторые у кого гены, те идут еще в лес, стремятся, ну, к таежной жизни. Девушки-то и не стремятся особо, в основном парни, потому что тем более у нас в деревне как бы нет, ну, безработица большая. Нету, ну, не могут устроиться на работу, вот идут в лес. Штабельник. Постоянно мы здесь. Ну, второй год поселок ты, конечно, уезжай. Ну, на один. Вечером опять палатка. Уже тут собаки, олени. Не оставишь их. Здесь постоянно. У нас у женщин там должны сидеть каждый. Это раньше было, сейчас ты уже все позабыли. Золочак был, ну, чтобы тепло было, чтобы всегда было тепло и всегда было кушать сваренный хлеб, был чайник печеный. Вода. Своего первого я возил 8 месяцев. Я его до Селимжи возил, верховье Селимжи. Ездил там. В люльке такой МК. Видела же? Вот туда я его брым, положу. Сразу за себя зацепляешь. И едешь. Не страшно? Первый раз страшно было. Ну, я первый раз же там как грузить. Ну, у стариков спросил, они мне объяснили так. И все, загрузил, поехал. А потом уже как в порядке вещей. Мы с ним переплывали даже речку. Там такие, как у себя дома, считай, я вот как у себя. Вот вы в город едете, да, например? Вы же у себя дома, правильно, ходите там. Я вот в городе, например, вообще не могу ходить. Я вот здесь, я вот лучше пройдусь. Как вы по улицам пройдетесь там, от города в город. И я также отсюда с речки на речку другую переезжать. Я себя дома чувствую вообще. Добрый вечер. Спасибо, потому что у меня очень большой отзыв душевный на вашу сегодняшнюю тему. Первое, потому что у меня уже внуки, но молоды, военные детские тяжести носила, однажды. Город, наверное, не такой небольшой. Это сколько по времени? О, там, а может, 3 часа уходило, 4, где-то так. За несколько часов. А что из нее потом делаете? Молим, варенье делаем. С чем-нибудь перемешиваем. Это юнкийское блюдо манты. Не торопясь. Взбитие пены, когда должна образоваться наверху такая пена. Вон на заборе вот здесь. А ему что, сейчас полностью отпилили, что ли? Да почти. А почему? Ну вон, посмотри, личинки. Угу. Это трох уже не спасти. Они это, до конца, до мозгов. И олень попадет. Чтобы поднять оленя, надо вот привлечь к себе таких специалистов, как ветеринара, как зоотехника, который ведет племенную работу. Естественная убыль, то есть олени болеют, падеж от болезней, плюс травеж идет хищниками. Это волк, медведь. В прошлом году сильный падеж был, то есть когда табор, он загрязняется, и при высокой влажности плюс плюсовой температуре возникают всякие там микроорганизмы, личинки, там, болезни и тому подобное. Олени начинают болеть. То есть оленеводы, тоже вот ошибка, у нас очень много оленеводов, молодых, можно сказать, так учатся, вот старые такие, ясно, чаще кочуют, чаще меняют место. Это верховой. Вот. Конечно. Ты че? Зимой за детей. Да, жена у меня слишком это. Толстая она. Сюда ножки. Натягивай так, как ты бежишь, да? Веревку. Ага. О, на ту сторону, там хороший обзор. Да, это чисто летняя палатка. Здесь на нее одевается палатка и это растягивается. Затруба, чтоб не подгорела. Сам материал. Эти надо. Что годится? Да, одевается. Просто одевается все. Да, ну просто сложили. Вот. И вертикально, да? А, вот. Вот. Одно вроде. О, правильно. Вышиваешь, да, это вообще для чего пойдет? Это пойдет на этот короб. Как он по-английски называется? Вот я забыла. А куда она пойдет вышивка? На какую часть? Вот, вот сюда, вокруг. Тут будет обшиваться, ну и здесь вот узоры будут. А вот то, что вышиваешь, это узор, он какой-то особенный? Не, он обычный. А название у него свое есть? Сделан из березы, вот, когда вот без шкуры он называется конник, а со шкурой такикса. Короб из бересты называется конни. Сама береста называется тонни. И таки. В селе у нас идет тенденция к тому, что начали забывать мы свои корни, свой язык забываем, а начинать надо с детства. Дыла качана индяран, чипичал нюнгара калу, амака унон подерон и кавун меуриленду. Живем же в Венкийском селе, а дети фактически обрусели. В семьях венкийский, тем более, язык забывают, да, вот люди даже моего возраста, может, понимать понимают, а говорить не говорят. Лена, говори громко, переводи. Здравствуйте, дорогие. Вот что ты скажи. Здравствуйте, дорогие гости. Мы сегодня знакомимся с вами Нитовар Арон. Арон – это олень. Экунтовар – Тыевун. Товараком не знаю. Не стесняйтесь. Видите, она ножками даже, чтобы олень не отставал. Ножками вот молодец, Влада. Вообще, в основном дети очень молодцы. Они на своем родном языке их очень хорошо знают. Занятия наши у нас очень хорошо проходят. Мы даже на родном языке проводим занятия математики. Друг ты мой олень, белоснежный волк, статин круторог, лёга быстро ног. Я возьму хорей, сяду на тихой, и олень понёс через снег. Чаще всего народный фольклор, ну, про оленя, ором, про быт наш. У нас же вот раньше наши предки, эвеньки, деды, бабушки, они же на ходу все сочиняли. Сорока Белобока сейчас поиграет с нами в игру свою, правда? А вот чьи это? Ты лежат, а? Нина, ты. Моя. Покажи, вот моя шапочка, скажи. Разговариваем с пожилыми людьми и стараемся выяснить наши, вот, как говорится, традиции с нашего вот поселка, наших жителей. Вот эти вот сказки мы взяли, птички, гуси-лебеди, есть нанайская сказка. Вот эти вот сказки мы брали, где вот эти вот картинки, что вот из нашей жизни. Например, вот гонки, у нас бывают гонки здесь, день оленевода. Чтобы традиции наши не забывали. Хоть я и сама, как говорится, не эвенка, но стараемся, конечно, им привить это все, показать, объяснить, чтобы они поняли это, могли рассказать и своим мамам. Ну и вместе с ними сама учу эвенкийский язык. Прежде чем вводить у нас, да, программу по эвенкийскому национальному воспитанию, мы прежде всего анкетировали родителей. Они все согласны, все не против. Даже дети, у кого родители русские, да, ольгинские, они все не против. Но вот то, что и сами, наоборот, нас просят оказывать какую-то помощь. Было бы намного проще, если бы разговаривали в семье, в быту, да? Допустим, вот я как, мне уже лет много, а я до сих пор эвенкийский-то не забываю. И то, так вот, когда не разговариваешь, оно забывается. А раньше-то мы с дедом, с бабушкой я в тайгу ездила, и в школу пошла, начала по-русски разговаривать, эвенкийский забывать. В тайгу приеду, хоть одно слово попробую по-русски скажу. Она меня вон, вот, ты его ну, вот таким колотила. Хоть одно русское слово. Видимо, это хороший, действенный метод воспитания. Я не говорю, что мы это внедрять здесь у себя будем. Но то, что мне лет уже много, а я помню эвенкийский язык, да? А с детьми вот для нас это проблема. Мы не знаем, как. Мы собираем родительские собрания, думаем. Но родитель, вот видите, дети-то маленькие, да? Это получается родители, ну, 30-летнего возраста, молодые. Они не знают эвенкийский язык. Поэтому вот то, что в садике учим. Хорошо, что вот у таких, как Лера, да, у Влады, бабушки есть еще живые, они разговаривают. Заставляем мы. Разговаривайте дома на венкийском. Видите, что такое, Лера? Ага. Медведь. Вот, видите, знаете. А зайчик как? Зайчик как? Тук. Туксаки. Они... Привыкли уже, мы по-русски сами говорим, и они так же говорят, как мы. Ну, иногда они спрашивают, если скажешь по-венгерски, это что-то такое. Мы говорим, переводим. У всех у нас в крови это, что вот на оленях вот с пеленок ездить. Мы тоже так же. Мы, например, вообще, я вот, мне так тянет в тайгу, охота в тайгу ехать. Вот уезжает, сейчас же вот надо их смотреть, трое внуков. И это... Тоже так же ездили в тайге, выросли там и родились в тайге. Почти всех внуков 8, только по очереди. Сами хотят, сами хотят. Может, например, не может, вот, женатик. Скорее будет это лето, меня в тайгу, тайгу хочет, страшно. И кем будешь, говорят, спрашивают, охотником, оленеводом. Ну вот раньше дети приезжали сюда в поселок и жили в интернате. Но маленькие дети 6 лет, 7 лет, они очень скучали по своим родителям. Я жила, работала в интернате и наблюдала. Вот Габышев Фаси, например, был такой мальчик. Придет из школы домой, сядется и в окно смотрит, смотрит. Че ты? Я говорю, да я домой хочу, к папе, к маме. И вот... Тогда был Головин Александр Федорович заведующим району. Ну, как-то вот поговорили и предложили, допустим, вот таких маленьких детей, ну, не отрывать от родителей, а попробовать, ну, учить в тайге. Ну, вот это было в 90-91 году, да? Значит, меня забросили осенью, в сентябре, в 6-е стадо. И я там, ну, как, таежная школа организовалась для учащихся начальных классов. Кроме предметов таких, вот как русский язык, литература, чтение, там, у нас были вместо физкультуры, ну, как бы национальные виды спорта. Ну, метание маута, например, там, прыжки через нарты, ну, вот, таежные. На трудах мы именно то, что в тайге делают родители. Они, так как маленькие, первый класс, они пытались вышивать на таежную тематику, там. Рисунок, если нарисовать, то у них обязательно палатка, ну там горы вдалеке и обязательно вертолет. А почему вертолет? Или, потому что на вертолете раньше делали облет стад, ну, и родители приезжали, привозили продукты и сами уезжали в поселок вот именно на вертолете. Вот в таежной школе учился и жили там с родителями. Осваивали профессию охотника-оленевода. Они вот сейчас точно самые лучшие охотники-оленеводы. Я считаю, что таежная школа спасла целое поколение. Еще вот до таежной школы было время, что вот дети приедут, привезут сюда родители. Они раз и сбежали. Вот сколько раз мой муж помогал учителям, ну как проводником. Их нашли там где-то, да? Они... голодные, грязные, чумазые, там, ну, это, учителя, они, во-первых, их это, в первую очередь накормили, потом привели, а потом немножко поругали. Да, слава богу, что таких случаев не было, ну, что несчастных, допустим, все же могло быть. Планируем мы максимальное количество 10-11 детей. Мы это уже можем заранее планировать. Это дети из тех семей, которые ведут кочевой образ жизни круглый год. И, в общем-то, мы сама по себе кочевая школа. Если хотите, это наш вклад в развитие традиционного образа жизни, традиционного вида хозяйствования ивенка. Ну, это трава, да, вот белый олень, вот как изображает изоб, но это я еще не дышила, елка, кусты, рамка, это блесками выше. Ну, у нас лекала есть, ну вот оленя обвела, а вот это уже сама так. Ну, вот драп, ткань черная. Сперва я нарисовала оленя, ну, вышила его, потом вот травку, а нет, сперва вот эту рамку вышила. Травку, а потом уже на последнем фоне это начала. И сейчас надо дошить. Для кулонов, для подвесок вот такие вот мы плетем. У нас в нашей школе национально-прикладное искусство 3 кружка. Это и ремни, и викар, и воды тетыде. В кружке и ремни мы учимся готовить национальные блюда. Вот папка-раскладка, да, изучаем дальневосточную кухню эвенков и учимся готовить блюда из мяса, из молока, из ягод. То, что добывает охотник оленевод. Да? На кружке викар мы шьем различные сувениры. Это вот у нас кумаланы, да? Различные подвески, то есть кулоны. Шьем также обереги, да? Национальные сувениры. Это у нас что? Сумочки, панно, затем вот детский билет для унтиков. Ну, в своих изделиях мы отображаем жит и быт наших предков, то есть растительный и животный мир. Узор легенд эвенкийских не нарушил, но, постигая этой тайны суть, навстречу ей распахиваю душу. Добавлю ли узору что-нибудь? Орнаменты у нас разнообразны. Вот, допустим, вот здесь вот, да, снежинки отображены. Затем вот здесь вот, да, вот здесь вот что? Закат в орнаменте. Затем вот оленей также. Ну и вот волнообразный в основном орнамент. Да, вот наши раньше предки тоже в основном что? Ромбы, волны, да, изображали. То есть весь растительный и животный мир. В основном, что символ белого оленя изображали. Означает благополучие и благоустройство всех семей. В основном он же как бы и является символом охотника-оленевода. Вот это изделие вы видите, это кумалан, который стелится в палатке на почетное место. На самое заднее место, за печкой, то есть. И это почетное место называют по-венкийски малу. А это изделие само по себе, это кумалан, оно шьется, выделывается. Эта часть из головы берется, а вот эти в шахматном варианте, это лапы. А вот эти ужоры, которые берутся, это берутся или лосиные, или этот. А почему так? Это конина или коза. Потому что она, видите, ворс подлиннее. Я разное все это. Но это, как получается, как видите, украшение. Это для почетного гостя обычно это место называется. Кто-то издалека приезжает к нему в гости или кого-то там принимают. Всегда ставят. И на это почетном месте накрывает стол. Вот эвенкийский стол, можете посмотреть. Эвенкийский стол, оно приспособлено небольшое. Эвенки обычно сидят на земле, на корточках, как по-венкийски. Вот видно. И накрывается. Детские унички делаются из лап, тоже оленины. Это белый олень. Вот эти узоры. У каждой женщины свой узор, шахматы. Сюда вовнутрь делаются доктоны. По-венкийски доктон, а по-русски это чулок. Вот это доктон. А вот сам мультик. Оно одевает в зимнее время, оно никогда не замерзнет. Нас поддерживают старики, также они нам подсказывают, что да как делать можно, что нужно делать, что нельзя обязательно, потому что есть свои запреты тоже у каждой культуры. Ну, например, там, через огонь не прыгать, не перешагивать, а в некоторых танцах бывают такие эти элементы у некоторых национальностей. А у нас вот нельзя, это как бы кощунство получается. Вот. Самая наша, как бы сказать, помощь это от природы, это, конечно, олени. Они у нас и кормильцы, они наш транспорт. Они возят нас, и кормят нас, и одевают также нас. Поэтому во всех в основном элементах танцев мы стараемся, чтобы они проявляли себя как бы. Пойдемте чай пить, Марина. А мы как-то не особо сидим за ним. Это вот пацаны сидят, там прям виртуальные такие становятся. А мы нет, так все сделаем, можно посидеть, поиграть. Ну, не любители, короче. Я вообще не думал, куда ехать. Так, живу в настоящем, как есть, так и живу. Ну, тебе нравится? Нравится. Деген керете до остолкан добыр умна кынамыксын сагаям сагыдым икар барикын жыныл тыгыр гыстянылгын сагаям сагыдым, сагаям сагыдым. Иди, иди, иди,